Salam uşaqlar, bu gün də rus dili 9-cı sinif üçündü və urok 28 28-də dərsimiz və 28-ci dərsimizdir və starshiye stroiteli deyilən bir mövzudur burada. Starshiye stroiteli uşaqlar böyük inşaatçılar deməkdir. Və mən oxuyuram uşaqlar və tərcümə edirəm sizin üçün. Gəlin başlayaq. Во многих городах можно встретить древние крепости и кремли дворцы и мечети, а также современные здания театров, библиотек, перед которыми хочется остановиться и постоять. В печжок в городах қадим qalalar, kremlər, saraylar, məscidlər, müasir teatrlar, kitabxanalar görmək olar. Eləcə dayanıb baxmaq istəyirsən. Takje my stoyali by v muzey pered horosheya kartinoy ili skulpturoy. Biz muzeydə də yaxşı bir rəsm və heykel qarşısında da dayanırıq və baxırıq. Etə потому что такое здание и сооружение тоже произведение искусства, созданное по законам красоты. Çünki bu dir bina və tikililər həm də gözəllik qanunlarına uyğun olaraq yaradılmış sənət əsəridir. İcazətlərim ikilər arxitektorlardır. Ирадыцы, Слово архитектор в переводе с греческого языка означает старший строитель ли, юнан Памятники архитектуры, относящиеся к разным эпохам, отличаются друг от друга и по внешнему виду и по технике исполнения и по строительным материалам. Müxtəlif dövrdə aid memarlıq abidələri görünüşü, texnikası və tikinti materialları baxımından bir-birindən fərqlənir uşaqlar. Разнообразие архитектуры в странах мира зависит от уровня развития общества, от национальных особенностей народов, от их быта и культуры, от природы и климата. Ә dünya ölkələrində memarlığın dialbedici cəlb ediciliyi, yəni cəmiyyətdəki zamanın ə, səviyyəsindən, xalqların milli ə, xüsusiyyətlərindən, həyat tərzindən, təbiətindən və iqlimindən də asılıdır. Во многих странах мира имеются архитектурные памятники, которые поражают своей красотой и величием. Время над ними не властно. Dünyanın bir çox ölkəsində gözəlliyi və əzəməti ilə yerətləndirən memarlıq abidələri var. Zamanın onların üzərində gücü yoxdur, uşaqlar. Bax belə bir mətndir, uşaqlar. Və keçək burda təzə sözlərimiz var, uşaqlar, yeni sözlərimiz: skulptura, heykəl, texnika ispolneniye, icra edilmək üsulu, bit, məhşət, velich' əzəmət, ni vlast na höşmü çatır. Bax belə uşaqlar və keçək bizim Birinci tapşırıqda, birinci tapşırıqda nə danışılır burada, nə, nə deyilir? Razily detekt, старшие строители на смысловые части, поставьте к ним вопросы, определите основную мысль текста, в какой части она сформулирована. Və uşaqlar bunu biz ancaq şifahi şəkildə, uşaqlar, hər bir məsələn, abzas deyillərdən, hər bir məsələn, abzassa biz bir dənə sual verməliyik, uşaqlar. Burada da o qədər çətin deyil, uşaqların onu

Конечно, слово архитектор в переводе с греческого означает старший строитель, ушаклар. А və əsas, deməli, burada əsas ideyası, uşaqlar, şto, məsələn, bu mətində hər bir, deməli, gözəl bir dəvni krepost, kremli, dvortsi, meçet, это современные здания, театр, библиотеки, а это всё является по законам красоты произведением искусства, ушақлар. Эyni məsələn, necə gözəl bir rəsm, heykəl olsun, bu deməli necə deyək, yəni bu gözəl gözəlliklər, yaradılmış gözəlliklər, binalar, tikililər, gözəl arxitektura, binalar hamısı bizim belə deyək ki, произведение искусства. Это всё произведение искусства, ушақлар. у многих а, беля более бежит завоевание бельярсинга. разнообразие архитектуры в странах мира зависит от чего, Шахлар? От уровня развития общества, от национальных особенностей народов, от их быта и культуры, от природы и даже климата, Шахлар. Вахперасист завоевание бельярсинга Ва, связь. А, Кенди Кенди и Кенди Тапшерхта, да? Закончите предложение, используя текст старшей строители. Гялен, а, буну тамамлях. Во многих городах мира есть что есть давайте э, найдем в тексте демяли есть مثلا. древние крепости кремле дворцы мечети, а также современные здания театра библиотек перед которыми хочется остановиться и постоять сора многие второе многие задания и сооружения сооружения здания и сооружения созданы ага по Законом красоты. Ушақлар, üçüncü sualımız: "Переводится с греческого слово архитектор как переводится?" Ага. Де, deməli tapırıq. Burda старше слово архитект переводится с греческого языка отвечает старший строитель. Бахпонu deyə bilərsiniz. Uşaqlar, çöldən çox səs küy gəlir, bilirəm. də indi günlər issindiksə, uşaqlar hamısı meydan çadadı, səs küy götürür oranın. Üzr istəyirəm. В Дурдунджу памятники архитектуры отличаются чем? Тянда, пизда, тирихки. А чем отличается? Тирихки отличаются друг от друга по внешнему виду и по технике исполнения, и по строительным материалам. Тепис, чава, перебиляри. В Пешинджи разнообразие архитектурных сооружений зависит. Тянда, надан, зависит. В Пизде, Пурда зависит от чего? От уровня развития общества, от национальных особенностей народов, от их быта и культуры, от природы и климата. Две сестра вовпере, я белярсен. Я не джумляны, тамамлы, я белярсен. Я кетчай, утюнзю тапширых мзах, шахлар. Утюнзю тапширых тадам. Без да, употребите данные словосочетания в единственном числе. Составьте с ними предложение и запишите их. Келин, шахлар, онуда язах. Шахлар, Демиали, номер 84. Ага. Древние крепости Денда, Бурда, э, Дзямхалда. Вверх, чохта да, крепости, древние крепости. Писать языки э, единственным единственном числе. Демяли, тайхалда. Древняя крепость. Шахлар, древняя. Древняя. Крепость. Крепость. Современные здания. Ты анда пизда язрахки. Современные здания. Ты единственным. Все в единственном числе. Язра Буду. Современные. Современные. Не. Здания. Ты шахлар. Здания. Ага. Сонгра. А, хорошие картины. бурдада да, Хорошая картина. Ты а Ага. Хорошая. Угу, хорошая картина. Картина в Хорошая картина для язера. Сонгра. А, архитектурные памятники. Ты архитектурный памятник для язерах. Архитектурный. Архитектурный памятник. Памятник где я? Памятник бах шахлар, и шахлар. Например, биля цимля курах. Эта древняя крепость была построена для защиты от врагов. Ага. Это древняя, это древняя крепость. Древняя крепость. Ты Галада, да, крепость была построена, была построена, построена построена от защиты или для защиты для для защиты, для защиты от врагов. Угу. Душмэн, düşмен, да, душмэнлерна гору мах инша эдилифтия. Без язабилярих. Сонгра. Второй. Архитекторами было построено современное здание. Беляды да язабилярих. Архитекторами. Архитекторами. Архитекторами было. Было. Построено. Построено. Построена современные современное угу. современное здание я за Биллир Шахлар. здание ага и и это очень хорошая картина ДИАЯ я это очень хорошая картина картина я забыла мечеть Гидара Алиева в Баку это архитектурный памятник мечеть Гидара Алиева Гидара Алиева в Баку в Баку это архитектурный arxitekturnə. Bu arxitekturnə. Pamyatnikdir, hə? Pamyatnikdir. Ya zabelər uşaqlar. Və keçək uşaqlar. Deməli, burada 4-cü tapşırıqda uşaqlar, burada şifa edildi, yəni internet resurslarından siz götürə bilərsiniz, obezvesnəq pamyatnika və arxitekturu bunu A, 5-ci. Sıralayın bu cümlələrdən bir mətn və onu təqdim edin. Uşaqlar, burada da cümlələri biz gərək düzgün şəkildə düzəyək. Hansı birinci idi, hansı ikinci və 3-cü, 4-cü? Gəlin yazaq, həm mən elə yazım. Aha, deməli, birinci burada, mərkəzdə Bakı yerləşir tarixi, arxitektura qoruğu, şəhər. Deməli, bu birincidir. Сонгра, шахлар. На территории заповедника расположены жемчужины м -м, азербайджанской архитектуры. Дворец Ширван Шахов и Девичья башня. Я уже и кинди. Джумля гидр. Он на шахлар. в 2000 году Ичари Шахер вместе с этими архитектурными памятниками был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это я. из джумляны. tapırıq və içəri şəhər Stalperovum obyektimiz Azərbaycanın daxil edilmiş bu siyahıya biz tamamla, tamamlayırıq da, y yəni mətnim uşaqlar. Və 1 2 3 və 4 Да. Алтандетапширам закете шахлар. А, вы пишите в один столбик слова синонимы, а друг, а другой слова а антонимы. Составьте с некоторыми из них слова сочетания. шахлар. Бурда да темяли сис. Ике. Мен я шахлар беля. Темяли бурда слова синонимы. Слова синонимы. Да я язышсямас синонимы. Угу. Слова синоним, а в другой язырском слова антонимы. слова антонимы, да я не слова антонимы, антонимы где антонимы Aha. Də birində yazaq: "выкрасить, покрасить". Yəni boyamaq deyəndə sinonimdir ikisi də, bir e, sinonimdir. "Выкрасить, покрасить" deyə yazırsınızmı? Məsələn, "выкрасить, покрасить" deyə sinonimin altında yazırsınız uşaqlar. "Прийти, уйти" gəlmək, getmək əlbəttə ki, bu uje antonimdir uşaqlar. Aha. Sonra выгнать изгнать эyni də qovalamaq deməkdir, qovmaq deməkdir. Yəni onlar sinonimdir deyə burada yazırsınız. Выгнать изгнать синонимы. Sora zalest' slest'. Aha, yəni məsələn ağaca çıxmaq və düşmək deyə. Yəni, onda o da antonimdir. Zalest' slest' - etə antonimı. Voyti zaiti, əlbəttə ki, sinonimdir uşaqlar полюбить разлюбить, albetdäk ki antonimdir. V gəlin ə, mən sözlərdə biz yəni burada istəyirlər ki, составьте с некоторыми из них словосочетание, uşaqlar. Gəlin onlarda yazaq. V e, uşaqlar, gəlin ə, biz ə, deməli söz birləşməsi bunlarla düzəldək. Aha, məsələn, покрасить забор. покрасить забор. Забор, я я забеляли. прийти в гости. Угу. Прийти. В гости, я я забеляли, шахлар. В гости. выгнать. Выгнать. Из дому. Из дому. Из дому. Из дому. Из дому. Зора, залезть на дерево де. Залезть на дерево де да Я забеляри на дерево. Залезть на дерево. войти в дом. Войти в дом я завели ушақları və keçək uşaqlar 7-ci tapşırığa burda da. Deməli, izminiti predlozheniya po obrazu. Образецdə: "Машина подъехала к консерватории, машина отъехала от консерватории". Deməli, maşın konservatoriyaya yaxınlaşdı və oradan getdi deyə biz də onu düzəltməliyik, uşaqlar. Туристы вошли в музей Кавра. Вошли, yəni girdilər içəri. Sonra biz də yazmalıyıq ki, çıxdı. Uşaqlar, düzəltməliyik. Gəlin onu bir-bir yazaq. Deməli, 7-ci tapşırıqdır. Və ümrə <coughs> 7 yazaq. Mən ə, bunu yazmıram, amma ə, biz ə, deməli, burada yazıb ki, Turisti Voshli muzey. Mən də yazıram, Turisti Voshli iz muzeya kovrov diye yazıram, uşaqlar. Turisti. Mhm, turisti. turisti. вышли. Туристы вышли из музея ковров. Де я язрах. И кендиси. Наргиз зашла в кабинет химии. Менда язрамки. Наргиз вышла. Наргиз вышла. Из кабинета, из кабинета химии, химии Диа, Мян Язра. И чн здесь у Гости города подошли к городской крепости. Мендедиремки гости города отошли от городской крепости. Две язрам шахлар. Угу. Гости города. Гости города. Угу. Отошли две, да? отошли от городской, от городской крепости, крепости две язра. Аве дождь шахлар. Учительница вышла из класса. Менде недеязмалеям учительница зашла в класс. Учительница Учительница. Учительница. Зашла в класс. Где? Ага. Учительница вышла. Ага. Зашла. Я. Без язырых. Зашла в класс. Угу. Вя, пятое Пятая. Пятая. У нас корабль подплыл к острову. Без язмалых. Корабль отплыл от острова. Я. Без язмалых. Язах. Корабль. Корабль. Ага. Корабль отплыл. Отплыл. От острова. Дия язрах. От острова. От острова. Дия без язрах. Шахлар. Ага. От острова. Дия. Ве. Алтензи. Джумлия чай Школьники поехали в летний лагерь. без я с школьники приехали из летнего лагеря Д. Язах. Школьники. Школьники. Приехали. 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 Из летнего, из летнего лагеря. Лагеря Д. Язах. Я еду, шахлар еду, да? Я подошла к витрине магазина. Я безездна малышки. Я отошла от витрины магазина. Я отошла, отошла угу. от витрины, от витрины, от витрины магазина, магазина, магазина. Всякий шахлар в Азербайджан. А, азербайджанские спортсмены полетели на, сорев... на соревнования. Пизда я азербайджанские спортсмены прилетели с соревнований. Угу. Я захушахлар. Азербайджанские. Азербайджанские спортсмены. Спортсмены. Угу. Спортсмены прилетели. Прилетели. Ага, прилетели. Соревнования. 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 Две без язерах. Вя кузда Шуахлар. Мужчина подошел к газетному киоску. Пизда Мужчина. Мужчина отошел от газетного киоска Дья Шахлар. Мужчина. Мужчина. Отошел. Отошел от газетного. Газетного. От газетного шахла. Киоска Дья без. Киоска Дья. Я зарах шахлар. Ага. Пахпеля. Всякие тяжелые шахлар, всякие зенды тапшырхамы за, всякие зенды тапшырхта. Демель, раскройте скобки, употребите слова нужной форме. составьте с полученными словосочетаниями предложения. Много памятников, много зданий, много проспектов, много улиц. Я без, я с шахлар киалем угу. он уда я зах, он я шахлар. Номер восемь. Ага, много, нянь, язрам много, 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 язрам памятников, 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 памятников. Сора. зданий, 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 проспектов, проспектов, проспектов много улиц, много улиц, две язрам шахлар, соран, мало дианда, мало времени, бензина, сметаны, масла, две язрах. два, это первое шахлар, второе, так, мало, мало, две язырах времени, мало времени, времени, мало бензина, бензина Мало сметаны. 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 Вя, а мало масла. Масло где? Шахлар. Вя, я очень несколько, люблю Несколько рек, несколько озер, несколько морей, а вя? несколько океанов. Я без язоров Шахлар. зарах несколько. Несколько. Вя? несколько рек, несколько озер. Neskol'ko marei, neskol'ko okeanov, okeanov, dia biz yazırıq, uşaqlar. Və uşaqlar keçək. Aha. Deməli, biz də indi, uşaqlar nə etməliyik? Biz də onlarla söz, deməli, sözlər qurışdırmalı, cümlələr və yazaq. U menya ochen' malo vremeni, dia yazaq. Mhm. U menya U menya очень мало, очень мало. Времени, я язах, времени. Сонгра, у нас в городе много зданий, я я забеляри. У нас в городе, городе, ага, много зданий, я много зданий, зданий, я я забеляри. Сонгра, а, в машине мало бензина, где я забеляри. В машине, машине, машине а, мало бензина. Мало, мало бензина, где я. Бензина, где я У нас много проспектов и улиц, где я забеляри. У нас, у нас много проспектов. проспектов и улиц я шахлар я забелар их пила вя шахлар демели то кузнецу там нашу страну демели нашу страну посещать много иностранных туристов я я шахлар менде я Нашу страну посещать до кузде шахлар. Угу. Nomər 9 və Mən hər Hamsun yazmıram, uşaqlar, ancaq mötəzənin içində olanları yazım düzgün şəkildə. Нашу страну посещает много иностранных туристов. Ya biz yazırıq. Иностранных. Иностранных. Mhm, иностранных. Туристов. Туристов. Ya yazıram. Sonra ikincisi. На этой территории мало чего. Туристических баз. Туристических. Туристических баз для язрах. Третье шахлар На каспийском побережье расположено много архитектурных сооружений для язра. Угу. Архитектурных. Турных. Архитектурных сооружений. 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 Где? Без язрах. Четвертое. Ты мя В столице построили несколько крупных стадионов. Я язрах. Крупных. Крупных стадионов. Угу. Стадионов стадионов. В 5 стадионов. Ага. пять На территории Ичари Шагар функционирует несколько музеев. Музеев. Я язра. Шестое. В музее ковра в течение дня бывает много посетителей. Я пис посетителей. Посетителей. Вес седьмой. Через несколько дней мы отправляемся в путешествие. Дья тамам Через несколько дней. Диа язарху шахлар. Вес кечай. Угу. Юзи ирмензи да шахлар. Ага демяли Бурдада добра, Шахиша Кильда, у Шахлар составьте диалог по ситуации. Вы недавно вернулись из путешествий и рассказывайте друзьям о тех исторических и архитектурных памятниках, которые видели, Шахлар. siz yazmalısınız ki məsələn harasa getmisiniz və orda bir səyahətə çıxmısınız və orda məsələn gördüyünüz tarixi və memarlıq əbədilərdən danışırsınız məsələn deyə bilərsiniz ki ya ездил в Египет я видел там красивые сооружения пирамид Гиопса belə bir şeyləri danışa bilərsiniz və 11-ci deməli ə, tapşırıqda da yəni onu da siz özünüz yəni görürsünüz O vaxtı stroitse svadorogi v drevnem Rime, qədim Romada, yəni baxırsınız ki, yəni drill o vaxtı, yəni beş düzgün gəlməyən yəni şeylər var ki, burada onları tapbalırsınız. Yəni biri bax drilldi, görürsünüz, məsələn, Katoktu, Kamaz belə şeylər yox idi. Əgər ikisi də sizə qalsın, uşaqlar siz tapasınız onu. Və burada minutqa naşodqu məndə oxuyum onu sizin üçün. Malenki malchik наблюдает за работой отца, который красит потолок. Мама говорит: "Смотри, сынок, и учись. А когда вырастешь, будешь помогать папе". Мальчик удивляется: "А что? Он к этому времени ещё не закончит?" Bax belə uşaqlar, yekunlaşdı bugünkü dərsimiz bizim. Sağ olun, görüşərik uşaqlar. Də sədəni rəbətə.